Здравствуйте, меня зовут Александра Великая. А меня Миланя Григорян. Мы менеджеры по изделиям компании Tupperware. И сегодня мы с удовольствием представляем вам одно из самых классических изделий – контейнер «Акваконтроль» объемом 2,9 литра. Мы подробно расскажем о всех преимуществах и возможностях использования этого изделия. Итак, давайте посмотрим на главные преимущества изделия. Одним из главных преимуществ контейнера «Акваконтроль» 2,9 литра является легендарная влаговоздухонепроницаемая крышка, которая обеспечивает долгое хранение продуктов как в холодильнике, так и в кухонных шкафах. Также влаговоздухонепроницаемая крышка обеспечивает безопасную транспортировку даже жидкостей в любом положении. И при этом жидкость не проливается. Главное – правильно закрыть крышку. Поставьте крышку на основание и плотно прижмите руками крышку с противоположных сторон одновременно. Слегка откройте, потянув за язычок, выпустите лишний воздух и снова закройте. Прочный материал. Даже если контейнер «Акваконтроль» упадет, то он не разобьется. Данное изделие прослужит вам долгие годы. Язычок на крышке позволяет легко открывать и закрывать акваконтроль. С этим справятся даже дети. Компактное хранение. Удобная прямоугольная форма позволяет поставить контейнеры друг на друга и помогает организовать пространство на полках и в холодильнике. Температурный режим от 0 до 85 градусов, что позволяет использовать контейнер в холодильнике и для хранения довольно горячих продуктов. Полупрозрачные стенки – это так удобно. Легко увидеть, что и в каком количестве находится в контейнере «Акваконтроль». Объем 2,9 литра открывает для вас неограниченные возможности. И сейчас мы вам про это расскажем. Контейнер «Акваконтроль» подходит для хранения абсолютно любых блюд. Для супов и других жидких продуктов. Для гарниров и салатов. Для сыпучих продуктов. Для заготовок и маринованного мяса на пикник. Для рыбалки и хранения рыбы. «Акваконтроль» запирает все запахи на замок. «Акваконтроль» можно использовать не только для продуктов. Конструкторы и другие детские игрушки, лекарства и витамины. Можно собрать целую аптечку. Инструменты для дома, машины и дачи. Корм для животных, запах которого будет надежно заперт в акваконтроле. Моющие средства и стиральный порошок для запасливых хозяек. Обращаем ваше внимание, если вы используете акваконтроль с непищевыми продуктами, то не нужно его использовать с продуктами питания. И самое главное, данное предложение будет действовать уже с 19 мая. По суперцене 899 рублей, 4490 тенге и 299 гривен. Встречайте! Контейнер «Акваконтроль» 2,9 литра!